Всем привет! Это мягкий корм для кошек, который я приобрела в магазине Шиншилка. Это долина Натечи Natural Taste. Вот такой польский корм с уткой. Я его взяла на пробу. Посмотрим, как он понравится. Значит, состав отличный. Свинина 23%, печень, сердце, мясо, говядина 22%, легкая печень, бульон утки 15%, сердце, печень и минеральные вещества, льняное масло и масло из лосося. Вот, собственно, такой состав. В банке 185 грамм. Вот так выглядит корм. И давайте угостим Мию. Кушай. Кисенька. Вот так. Кисе нравится. Спасибо магазину Шиншилка.